В честь наступающего Нового года глава Химок Дмитрий Волошин дал торжественный прием. По такому случаю фойе театра «Наш дом» на один вечер превратилось в сказочный зимний лес. Гостей праздника встречали снегурочки в фантазийных нарядах, ожившая цветочная картина и саксофонные мелодии в исполнении джазмена. После фуршета последовало приглашение в зал. Дмитрий Волошин выступил перед собравшимися с поздравительной речью и подвел итоги уходящего года. За 2019 год мы отремонтировали 57 дворов, установили 71 и 52 детские спортивные площадки. Мы вдвое перевыполнили план по работе программы «Мой подъезд». Это программа нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Вместо плановых 350 подъездов мы отремонтировали 709. На праздничную встречу с главой городского округа были приглашены представители власти, почетные жители Химок, именитые спортсмены, выдающиеся деятели искусства и предприниматели. В рамках мероприятия глава вручил награды в номинации «Лучший по профессии». Внимание со стороны властей удостоились 11 химчан. Медали «90 лет Московской области» за вклад в ее развитие получили Александр Дринов, председатель Совета депутатов городского округа Химки, и его заместитель Александр Иванов. Завершили мероприятие концертом звезд эстрады. Перед зрителями выступила Юлия Михальчик, Виктор Дори, группа «Вива» и другие артисты.